Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и я представляю вашему вниманию товарищескую дуэль в шестой цивилизации. Я играю за Испанию против Инвиктуса, который выбрал Бразилию. На карте Пангея запрещено сложение генералов, то есть надо только одного генерала рядом с юнитами одной эпохи использовать. Нельзя принимать верование бог кузницы, защитник веры и святой воинства. Ну, а все остальное вроде как обычно. Приятного просмотра. Плюс 4 к боевой мощи против игроков с другой религии имеют. Правда, вряд ли тут какую-то религию будет основывать. Флот. Можно армады раньше создавать. И бонус от межконтинентальных торговых путей. Ну, я тоже. Понимаю, что мы вместе на воде, да, парни с тобой? Нет, я не на воде. Тут в шестой циве, по-моему, расположение не работает. То есть тут нации могут вообще случайным образом появляться. Скажи мне, я давно не играл в шестерку, а бананы здесь обрабатываются или как в пятой остаются? Не надо их трогать. Так в пятой их не надо было трогать, потому что они на джунглях были. Науку, да? Давали науку. Да, просто джунгли давали науку. А здесь-то этого нету. Так, ну пойду, наверное, ну, животноводство для начала. Кстати, я заметил, что ты очень любишь путешествовать. Я поклонник твоего творчества на Ютубе. Просмотрел много твоих видео. Смотрел, как ты путешествовал. Хотел тебе задать вопрос. Ты в Израиле был? Я был в Израиле, но как... когда я был на Кипре... Мы на в Израиль ездили чисто как дополнительная экскурсия. То есть там буквально день-два чисто по святым местам и все. То есть я не скажу, что это значит, я был в Израиле. То есть я там 1-2 дня был. Там в храме гроба Господня, в церкви Рождества, рядом со стеной плача и все. Блин, не поставил. Ну, я думаю, все равно нормально сейчас выберет, что обрабатывать. Так, продолжаем быстро расти. Тут Endless Space какие-то новые, видимо, дополнения выходят и идут. Сообщения. О, вон ГГшка какая-то. Судя по всему, религиозная. Я тебе, наверное, знаком больше, как Александр с Израиля. Это я есть. Ага, понятно, да. По стримам, да? Да, я смотрел твои стримы тогда. Хочешь в Израиль пригласить? И вопрос вот такой есть. Если тебя интересует, можем было бы поговорить на эту тему как-нибудь. Ну, интересно, но в ближайший, наверное, год точно вряд ли получится. Ну, смотри, я бы, конечно, был бы доволен, если бы ты приехал, мы бы могли бы поездить по интересным местам, тебе показал бы. Кстати, Петра недалеко от нас. Ну, в Иордании, да, представляю. Возьму горное дело пока. Ну, потому что надо будет еще медь обработать в будущем когда-то. А вообще мне надо сначала пшеницу обработать, потом я пойду сделаю пастбище на скоту, на скоте, русский язык, и цитрусовые, ускорив. Так. Давайте, наверное, прямо сейчас строителей даже начну. Что надо быстрее это делать. Давно не играл в шестерку, поэтому надо немножко, конечно, вспомнить, что здесь происходит. Конечно, я сразу говорю, большого скилла от меня не жди. Ну вот. То есть ты больше в пятерку играешь, чем в шестерку? Пятерку я начал играть
позже, чем в шестерку. И в шестерке у меня, конечно, все мои часы, это в основном против компьютера. То есть я вживую почти ни разу, очень мало когда играл вот в шестерку, потому что тяжело их собрать. Больше в пятерку играл, да. Ну а по ощущениям, какая тебе больше нравится? Я тебе сказал так, что, конечно, сбалансировано, пятерка получше, но сама игра мне шестерка больше симпатизирует, и я бы, конечно, бы лучше бы играл в шестерку. Но так как сейчас она действительно... Шестерка еще... более симпатична. Да, да, и здесь, конечно, есть у нее потенциал, я бы очень бы хотелось по нее допилили бы, и было бы интересно. Но видишь, люди не очень любят шестерку, и собрать даже обычный FFA это не так легко. Ну, на данный момент примерно 1:3 соотношение играющих людей в пятерку и шестерку. По-моему, где-то 17 тысяч на максимуме играет в шестерку и где-то 35-40 тысяч в пятерку, поэтому... Переключился, потому что пятый житель уже будет недовольство давать. Нету смысла расти дальше. О, еще. Так... Пантеончик надо принять. Во-первых, мастерство надо взять. Так, а что с пантеоном? Какой тут пантеон лучше? Лагеря, плантации. Ну вот почему нету среди плантаций, например? А, ну вот есть устная традиция. Культуру от цитрусовых. Наверное, все-таки искру божью просто. Самый такой универсальный пантеон, по-моему, в шестерке. Как у тебя территория? Неплохая. Что-то варваров нету? Или ты поставил без два? Не, варвары... У меня варвары есть. У меня их нету. Пока что не видел ни одного. Да, и тут три города-государства типа стоит, ну потому что автоматом дуэльный, и я уже два нашел. А, ну видишь, у тебя и варвары, и ГГшки. Да, все. Ну, причем ГГшки самые нужные. Кстати, и Иерусалим. Короче, две... Я кажется, что-то вижу. Две религиозные ГГшки. Ну, полная фигня. Кажется, я тебя... Блин, надо было гончарное дело открывать. О, строителя дали, это прикольно. Это прикольно. Так. Ну что, что-то я тебя не вижу? А, нет, вот мы встретились. Вот мы и встретились. Ну что, объявишь мне войну? Да всегда успеешь. Я миролюбивый. Наверное, вырубить тут лес надо, чтобы быстрее построить. Это ж дуэль. О каком миролюбии может идти речь?
Ты скаут бежит. А вон дуболом. Где ж у него тут? Тут где-то, что ли? Ну, тогда я начну. Вармургер. Да, только ты, видишь, получил ускорение за объявление тебе войны. Да, в Циви, конечно, партии длятся долго, а вот в глобальной космической стратегии consolewar.ru еще дольше, месяцами. Правда, там, конечно, не надо постоянно находиться в игре, и ваше время расходуется более экономно. Кстати, по игровым событиям рисуются и выпускаются комиксы. События в игре влияют на сюжеты комиксов и наоборот. Так что заходите на сайт consolewar.ru и участвуйте в игре, ссылка в описании. Не забудьте указать секретную фразу «Лёша играет» и получить бонусы. Пантеон надо брать, даже не знаю, что и взять. Так. Вернусь пока. А, вон его границы где. Ага. Ясненько. Ай-яй, съешь. Не скликнул. Ты про рабочего? Нет, я не смогу его съесть. Я ж через реку теряю перемещение. Поэтому я могу либо следующим ходом на рис прыгнуть, и все, и на этом все закончится. Либо подойти к нему ближе, и я не смогу через реку перейти. Так, пора посело строить, пока пропущу ход. Кромлихи взял. Ну, понимаете, кромлихи такая, веру дает, но что это вера без религии? Я опять ошибся. Да? Так, надо попытаться дуболома убить. Так, тут строительство, все верно. Нет, расти пока не буду, не хочу и не буду. Так, давайте, наверное, ой. Смотрел, кажется, вчера партию играл за гремлины. Угу. Ну и? Почти победил. Ну да. Thousands have lived without love. Блин. Сообщения всплывающие. Варвары ко мне пришли. Континент. А ты континент другой находил? Да. Классно, а я не нашел.
Ох, да, ну я не играл в пятерку, в шестерку. Догнал все-таки. Так, пожалуй, подожду, чтобы апнуться в луке. О, у тебя куда-то посел побежал. Ну, он там вроде бы с кем-то бежит. С кем-то на перегонки? Ну, я имею в виду под прикрытием. Поможет ли это тебе? Надеюсь. Ох ты так, сколько там варваров побежало. О, не, я туда сам не хочу идти, слушай. Я туда пришел, увидел варваров и думаю, не. Если ты собираешься посела вверх вести, то я тебе настоятельно не рекомендую. Вон туда хочу поставить, вон там есть камушек и апельсинка. Ну, веди, веди. А я вот, наверное, хочу где... Либо где скаут, либо вот сюда. Так, давайте мы сразу следующего. May the forces of evil become confused while you're... Нет, только не Васю. Ты зачем Васю бьешь? Да, ну тут Васе, наверное, гамовер будет. Так, пока сюда пойду. Ну просто пофигу, тут или тут, я просто сюда дойду, посмотрю, что тут. Тогда уже решу, ставить или нет. Да, пока расту, потому что теперь я могу до 5 нормально вырасти. И у меня еще довольство будет. Железо надо найти. Что-то... Ты, Алексей, там уже армии настроил много. И не говори. Ага, вон руинка. Ну, в любом случае, это место неплохое. Тут еще одни... Точнее, не еще одни, а просто лошади еще будут. А, ну подождите, еще вот река. Тут надо как-то так подумать, чтобы поставить... Как-то еще один город вместить. Вообще, надо пока в эту сторону просто идти. Тут где-то лагерь варваров должен быть. Что снизу ко мне скауты приходили. Приходил один скаут. Что хочешь так быстро меня захватить? Так а чё откладывать? Ты ж только до 11 можешь. Надо спешить. Хорошо. Тогда будем строить войска. Да не, зачем?
Так нечестно, видишь, я тебе говорю, что хочу тебя захватить, ты сразу начинаешь войска строить. Я же хочу до 11 поиграть, а не до 9. А, ну, логично, да. Так, давайте подумаем, если я вот сюда поставлю, то еще место тут для города останется. Поэтому, наверное, сюда сейчас поведу ставить. Так, стояночка, тут уже больше расти не надо. Надо быстро посело строить. Может, это с этого лагеря варвар пришел ко мне? 95 военной силы. I'm also interested in creating a lasting legacy. Так, железо есть, отлично. Пошли в верховую езду. Так, только тут надо скаута спасти будет. Ой, а вот и лошадка. То есть все-таки там где-то лагерь. Этот варвар не совсем в тему. Странно, вот мне предлагают вот тут города, то есть программа не понимает, что уже город поставлен, она предлагает ставить там, где на самом деле нельзя поставить. У меня вариант, например, тут. Ладно, я пока сюда поведу. Да, убили скаута, к сожалению. Блин, а он еще не походил. Сейчас будет меня обстреливать. А нет, отходит. А что ты отходишь вместо того, чтобы меня обстрелять? Боишься? Ничего я им такого сильного не сделаю. У меня в следующем ходу будет копейщик. Или я убью этого прашника и не поможет копейщик уже ни в чем. Нет, не убил. Один хитпоинт остался, похоже. Да блин, где ж тут лагерь-то? Теперь еще конь бежит. Это очень не здорово. У меня, правда, конечно, бонус против варваров. Как бы он моего посела не забрал. Ого!
Ну это вообще трындец. Вот это жопа. Я тут скорее не против соперника играю, а против варваров. Не могу понять, у тебя была военная мощь 90, теперь 49. Куда делись? С варварами воюю. Это ж не убитые, а если ранено, то все равно уменьшается мощь, если ранен юнит. Сейчас трындец будет. Так, нафиг. Почему я не вижу, сколько у тебя городов, как это посмотреть сейчас? Или когда война, это посмотреть нельзя. Ну, попробуй зайти в торговлю со мной. Блин, все равно захватит, блин. Потому что это кони. Ой, жопа. А, нет. Все-таки не может, потому что тут холм и лес. Вот это классная штука в шестой цели, и она мне нравится. То есть... Таким образом хотя бы сбежать можно, а в пятерке без вариантов. Убили все-таки там производство поселенцев. Так, давайте, наверное... Блин, нет. Сначала я обстреляю. Блин. Так. Дальше в политическую философию и все-таки возьму на строительство юнитов. Конечно, плюс 5 силы против варваров классная штука, но сейчас надо юниты строить скорее. Ну, эти лошади. Ох уж эти лошади. Так и знал, что меня это разграбит. Тварина варварская. Нет, торговца рано. Нужны лучники. И здесь меня убил все-таки. Ой, какая фигня. И главное, самое прикольное, что это не я их сагрил, это с бразильца прибежали, а я на себя их перетянул, этих коней. Вот в чем дело. Лук. А где-нибудь холм вообще есть? Вот я дебильно город поставил из-за этого, что холмов нету. Так, ну пойду. Ну нифига себе. Вот тут где-то лагерь. И они там постоянно появляются. Просто трындец. Да, я вот тут хочу поставить. Куда ты его повел? Туда. Как тебе ответ? Необъяснимый.
Рабочего я тут куплю скорее просто, чтобы восстановить. Цитрусовые. Ну и надо железо обработать, в принципе. Конечно, хотелось бы клетку купить и военный лагерь построить, но рано. Я просто так. Я тоже просто так. В Севилью давайте. Так, а сколько стоит рабочий? 115. Надо покупать рабочего и строим лучника. Money, if it does not bring you happiness, will at least help you be miserable in comfort. Не успел. Ну, ё-моё, ну они издеваются или что? Ну, правда, скауты обычно не захватывают, но это трындец. Это просто издевательство какое-то. Я играю против варваров тупо. Не, надо поправлять, надо счастье возвращать. Причём, кстати, можно и красители потом пойти. Да, но лучника, к сожалению, убьют. Вот это чмо варварское. Блин, еще и поселенца могут забрать. Ну, трындец. Просто трындец. Фу, успел. Это мне повезло. Во всех смыслах. Так, ну теперь я себя намного увереннее чувствую. Так, только расти пока все еще нельзя. Давайте район достроим. Четыре хода. Четыре хода, как раз трудовая повинность будет ускорена. Нашел три города государства? Нет. Я даже один не нашел. Они все на твоей стороне. Что такое, я не успеваю. Лёша, фасткликер. Ну, опыта больше у тебя, наверное, кликать, чем у меня, поэтому.
Так, а что тут у городов государств? Какие способности автоматически обращаются в основном на религию? Это фигня. Ваши строители могут создать гигантский. Ну, надо бы третий город, конечно, найти. Спасибо. Я надеюсь, что варвары будут тебя домогать. Меня домогать? Ну, домогаться, то есть до тебя. На тебе агриться, я имею в виду. Ну, вообще, конечно, Тебе скажу тут... честно, что я по-русски уже давно-давно не говорю. Поэтому возможно, что я буду немножко говорить правильно. Знаешь, Ты такое удивляйся. четверостишье у Губермана есть. Ну, старое такое, баян. Меня спросили на иврите, вы на иврите говорите? А я в ответ на чистом идиш. Ты чё, придурок, сам не видишь? Красиво, молодец. Ну, я так понимаю, в Израиле иврит, да? Да, иврит и английский, конечно. Но здесь тоже все зависит от среды, смотря где ты общаешься, где работаешь. Если ты с русскими больше общаешься, так ты поддерживаешь как-то русскую речь. А если ты находишься как называется-то, в окружении не русскоговорящих, тогда тебе тяжелее, конечно, поддерживать русскую речь. Логично. Mysticism is the mistake of an accident. Так, давайте, наверное, посевов побольше. Попробуем поселенцев. Я возьму опять плюс 5, потому что я юниты сейчас хочу отставить, строить. Ну вот что это такое? Это вообще легально? Почему они ко мне лезут? Тут где-то лагерь. Никак не могу до него дойти. Вот на этой клетке, видимо. Нет, пока не буду. Блин, мне нужен еще скаут, чтобы открыть политическую философию. Ну вот военную традицию надо ускорить. Тоже лагерь. Ну сейчас я построю район, там у меня трудовая повинность завершится, да. Ой-ой-ой, 4 варварских лучника на меня А набежало. почему у меня сейчас военная... Страшное дело. Я сейчас не захватывал вроде лагерь. Непонятно. Не дают жизни. Хоть ты прям стой тут. Пускай они действительно бегают к моему сопернику. Так, и пойду красители обработаю. Так, военный лагерь построен. Посел. Надо вот тут будет ставить. Тут и пряности есть. Тут поставить, потом тут поставить. И все. Жить. В принципе, эта победа будет. Да вы издеваетесь. Вот откуда они берутся? Тебя тоже там напрягают, да? Все, очень печально, Алексей. Я повел копейщика с посилом поставить город. 4 конника. Они его съели. Ну, 4 конника, потому что к тебе приходил скаут, увидел твои города. А конники рождаются только если скаут пошел, сообщил о том, что города есть. И тогда начинается Армагеддец. Ну, у вас долина такая есть.
Да, был там недавно. Это вообще-то гора. А, гора, окей. Гора Армагеддон, да. Ну вы там какие-нибудь оборонительные сооружения строите, чтобы как-то проще человечеству было против воинств Человечество это не дьявола. поможет. Обычные люди это не поможет, не помогут. Должен быть герой сверхъестественный. Избранный, как говорят. Просто каждый ход рождаются юниты, походу. Сейчас посылок тебе через твою Сивилию поведет, возле твоей Сивилии. Вот если бы я был бы хорошим, добрым человеком, я бы посылок бы отбил и мне бы отдал обратно. Это не получится сделать, так как мы с тобой в войне. Отбить-то я его отобью, но город свой поставлю. А за посела спасибо, если он, конечно, придет. Он идет таки, да, именно совсем один. Не знаю, пока я поселенцев не вижу. Я побежал его перехватывать. Что-то строить постоянно армию, ничего делать здесь. Возможно, так начали играть. С одной стороны, Севилья меня поселила, с другой стороны, варвары добивают. Надо строить только армию, что делать? Да, именно так. Вообще посела без защиты веду. Это конюшню построить и всадников клепать уже. А с другой стороны, у меня денег нету. На три технологии ты меня опережаешь быстренько. Ну так у меня городов побольше. Тут ты двумя городами не справишься. Да, ну вот не получается пока поставить. Я повел его, посела. Так, ну наконец-то с этими варварами я справился. Пойти, что ли? А, он уже стены построил, ничего себе. Не, нафиг тут центр коммерции, еще одного поселенца. Мне на самом деле надо здесь город. Блин, там в лагерь вар. И здесь поставить город. И все, я, собственно, окружу соперника. Я тебе скажу так, что если постоянно вот сесть хотя бы вот 5 раз играть в шестую циву, вот, можно такие вспомнить и более нормальненько поиграть, конечно. Потому что после большого перерыва тяжеловато мне войти.
меня империя 23, у тебя империя 30. Это говорит о том, что у тебя сколько городов больше, чем у меня? Не насколько. У тебя три города. А, стоп, у тебя два города. У меня два города. А, значит, у меня три. Ну там, по-моему, не империя не количество, скорее, городов, а, по-моему, количество клеток, если мне не изменяет память. Хотя... Я не уверен. А ты можешь своим военным лагерем обстрелять моего лучника около Севильи? Наверное, я нет. Я даже не вижу. Ну, понятно. Ну, потому что он, видишь... Подожди, а вот если я вот так встану, мне просто даже интересно. Сейчас ты его увидел? Нет. Угу. Ну, видишь, надо было на холме ставить эту... Наверное, на холме, если поставить, то будет видеть. Могу. Странно. А почему поэтому можешь, а потому... А, может, потому что ты видишь этого лучника с Я помощью вижу. колясок. Да. Ты его видишь из-за коляски, а не потому что... Ага, ясно. Ну что, сейчас оттуда попрут на меня следующие орды варваров, что ли? Да, блин. Надо все-таки, видимо, дуэль без варваров играть, потому что тупо получается игра... О, ты вылавливаешь своего этого? Пытаюсь. Да, не получилось у тебя. Извини. Плюс 2 влияния. И, наверное, пока содержание юнитов. Окружаешь меня, окружаешь. Да. Так, надо достроить поселенца последнего. Четыре хода. Ладно. Вот закончил позавчера смотреть твой ФФ, где ты играл за кельтов. Ну и как впечатление? Ну там ты слишком сильно, конечно, там боролись. С этим, со шведом, да? Ну, подожди, а вот сейчас ты военным лагерем этого лучника, которого ты атаковал, ты можешь его обстреливать, или ты... Да, мог. А, просто решил в другую сторону? Оставь в покое моего поселенца, дай мне захватить. Ну иди захватывай. Я уже заинтригован там.
быстро бегает. Ну вот видишь, ты моих лучников убиваешь, а мне не даешь твоего поселенца захватить. Где справедливость? Ты же меня грабишь. Может, это я в долг беру просто. Или я вообще не понял, что это твоя земля, случайно так получилось. Да ну, еще варвары. Слушай, я тут был варварский лагерь, похоже, Иерусалим с ним сам расправился. То есть я вот хочу сюда город поставить. Странно, как он его... То есть вот появляется юнит, и тогда он его видит. Сдается мне, я не смогу его догнать. Хотя он его повел в лагерь, да? Бить его, лагерь, бить его. Вот это я без понятия, куда он кого повел. Повел наверх в лагерь. Начал лагерь Так, этот город, значит, вот сюда. Я не открыл стены. Прикольно. Ну вот, тупо в шестой цели просто тупо надо идти по нижней ветке, все. То есть тут нету особо каких-то вариантов. О, блин. Ой, ё-моё. У меня даже больше армии. Это неожиданно.
Ну, потому что ты ее строишь, а я в развитие играю. Я в дуэльке. Ну, так, чтобы тебя уже подавить окончательно, а не тратя юниты, там вот это. Я тоже иду в арбалеты, наверное, как и ты, поэтому здесь. Довольствие нету. Я не успеваю за тобой, ты меня перекликиваешь. Ну, я не знаю, я не ходил сейчас с этим юнитом первым. Я успел сначала город в начале поставить, а потом. Да, я. Ты прав, потому что у меня здесь варвар пошел, я его сначала варвара протаковал, потом переключился на лучника, а ты его уже убил. Так что в данном случае это не фастклик. Просто сначала надо стену построить, а потом военный лагерь, иначе что может разграбить мой военный, просто встать в него. Надо бежать с этими варварами разбираться. Только это хрень. When wasteful war shall statues, all the world's a stage. Ну обалдеть, ну что это, блин? Какое-то издевательство. Так. Меняем на у тебя, по идее, за Мадридом должно быть море. Нет у меня за Мадридом моря. Я бы сказал так, я нахожусь посередине карты, вот посередине, а ты с самого края. То есть у меня еще пол карты туда. У тебя уже 4 города, да? Блин, а что я не открыл? Бля. Bravery is being the only. Где кавалерия, вот она. И мечники попёрли, ну это просто мрак какой-то. Не знаю, может. Уже послов посадить куда-нибудь. Вообще надо третью ГГшку найти, но у меня нету. Сдохни, варварская падаль. Блин, 95.
А уменьшение в наемниках походу, да? Фиг знает где. Ты поселенца-то догнал? Ты не представляешь, вот я его по пятам, он от меня убегает, краю карты, так понимаю, я за ним бегу, потому А что потом ты он... прибежишь, и там тебя арбалеты встретят. Ты такой Ну, шалом. арбалеты еще, наверное, 10 ходов тебе, может, даже 12, я не понимаю, я думаю, так примерно от арбалетов. Ну, вообще-то нет, только этим ходом вышел. Арбалеты? Да. Странно, почему ты мне показываешь, что ты у меня Ну, потому что не по... этим ходом вышел. Вот следующим увидишь. Ага, я понял. Ну тогда моя песенка, наверное, будет скоро спета. Ну, если тебе до арбалетов 10-12 ходов, то да. Так а почему ты решил, что я медленнее тебя тогда в арбалеты выйду? Я просто забыл, что ты, наверное, построил тоже три лучника и ускорил, поэтому я не вижу. Сейчас посмотрим. Потому что у меня ты как будто ты сзади меня идешь по дереву технологии, понимаешь? Я тебя до сих пор не вижу. Это странно. Мне показывает, что я впереди тебя. А мне показывает, что я перед тебя. Ты еще даже инженерное дело не открыл, да? Открыл, почему? Давно уже. Ну, в общем-то, какие-то глюки с деревом технологий. Блин, надо содержание. Ну, если я уберу плюс 5. А, поселенцев надо убирать, блин. Мне уже не надо поселенцев открывать, строить. Могу что-нибудь быстро тут открыть три хода. Ладно. Я даже построил чудо. Молодец. Сейчас к тебе прямо к твоему городу бежит мой. Видишь, да, ты как ты пишешь правильно, ты делаешь широкую империю, ты разросся. Я не успел, меня. Хотя мог, конечно, построить тоже еще одну посел, пойти сюда. Вот именно там, где ты поставил Барселону, я хотел поставить город. Я смотрю, эти мечники к тебе пошли. Я вот там внизу зачистил лагерь. Там куча юнитов было, я их зачистил. И что ты думаешь, через три хода появляется новый?
и поперли мечники. Сейчас ты арбалетом убьешь. Погоня за поселенцем. Он к твоему городу идет. Не понимаю, он круг, что ли, сделал? Да. А, точно, я его вижу. Ладно, разграбит микросители. Ну, а нет. Возможно, я его поймал. Какое счастье. Ну ты молодец. Так, и пока так оставлю. Что, ты уже вышел в арбалеты или еще нет? Давно я вышел в арбалеты. Я тебе сказал, каким ходом я вышел. Да, у меня все лучники уже. Есть уже и с тремя. Блин, да и в Окленд как бы не прикольно. Там бонусы за морские клетки будут. Три дебильных города-государства. Вот это. Ну, Окленд хотя бы еще на промышленные зоны может действовать. Я, может, мне религию какую основать. Я даже не знаю, куда мне вести этого поселенца. Ну, выше Порту Алегри, видимо, где-то ставить. Я туда иду немножко, вот, по морю вниз. Там посмотрим. Those who in quarrels interpose must often wipe a bloody.
просто не хочу, чтобы они становились союзниками, и чувак мог в них сам отправлять послов. Мне это сейчас не надо. Давайте мы из Севильи в Бильбао тут дорогу проведем. Золото, чтобы в облиды. Это очень дорого. Да. Так, знаете что, давайте-ка мы тут строителя для начала. Так, и надо из Барселоны отправить еще. Еще на холме стоит, ну. Обалдеть, конечно, как там можно его выкуривать. Ну, рыцарей мне придется просто руками строить и рыцарями сносить. Наверное, действительно лучше вот так провести. Да, вот и вся карта. Ну, конечно, тупо раскидала. То есть меня посередине, все ГГшки за мной. То есть откровенно просто... Нашел место три пряности. Просто сказка. Для торговли. Да, я его вижу. Ты посел-то догнал? Ну конечно, я же сказал, что это давно уже. Thank you.
switch the stirrup and the ground. Фига ты, мой военный лагерь бомбишь. Может быть, какую-то ачивку набью, не знаю. Попробую. Здесь хорошие места. Надо срочно вести посевов. Ты нашел хорошие места? Да, рис, камни, паприка. Ой, паприка, я уже говорю на иврите. Пряности. Я все удивляюсь, как я еще с тобой не говорю на смешанном языке, потому что мы уже на русском никогда не говорим. Практически никогда не говорим на русском языке. У нас называется такой смешанный язык, то есть слово русское, слово не русское. Нашел Окленд. Вот и вар. Ты нашел Окленд, потому что я стал его союзником. Я понял. А теперь ты Иерусалим нашел, да? Да. Водяная мельница и в Мадриде. Да, видишь, как тебе повезло, ты за ними сидишь, и даже... Ну, с одной стороны, повезло, а с другой стороны, это плохие города-государства. Мне нету смысла их союзить, я просто отправляю послов, ну, просто потому что... Потому. Потому что они есть. У меня там две религиозные и Окленд. Единственное, Окленд может быть хорош еще для промышленной зоны, но его особенность мне вообще нафиг не нужна. То есть все три города-государства как бы бесполезные получаются. Но справедливо. Ты считаешь, что справедливо? Ну да. Убивать юниты противника. Милитарист. Ты же не убил войну. Я случайно промазал просто по кнопке. Invincibility lies in the defense.
the possibility of victory. А, блин, я забываю, что они не могут убить великих людей, варвары. Поэтому можно расслабиться. Ну вот, собственно, вся Пангея уже открыта. Вот я впереди по количеству науки и культуры тупо за счет количества городов. То есть шестая цела, она про количество городов. Чем больше городов вы поставите, тем больше вероятность, что вы сможете победить. То есть ты вот так решил арбалет отдавать, да? Сейчас еще один придет. Но я понял, что туда больше ходить нельзя. Я вообще-то не рассчитывал, что ты его убьешь сразу. Три прокачки, яу. А как же с тобой воевать? Как? Ну, если осторожно. Блин, ну сейчас мне еще коммерческий район разграбит. То есть подправлял всех послов. Вот я думал, не надо посылать послов в Окленд. Ты их не найдешь и туда ничего не пошлешь. Я бы сидел, просто получал бонусы от них. Для наемников как раз 8 боевых я как раз сейчас получу. Раз, два, три, четыре. Ну, разграбил коммерческий район. Синки разграбили варвары. Реально, сколько у меня сейчас юнитов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот сейчас рыцарь, и я вдохновение наемников и получаю для Окленда. Отлично.
Еще 8 ходов до стрима. Ну, плохо. Я не смог открыть феодализм, понимаешь? Ты, наверное, уже открыл феодализм? Нет, я феодализм не открыл. У меня просто лучшая наука. Смирись. Я уже давно смирился, просто получаю удовольствие от обычной с тобой игры. Мне не важно, если победю или побежду. Я уже забыл, как правильно говорить. Победю, наверное. А на иврите как будет? Минацех. Мецех? Минацех. Минацех – это победитель. А глагол «победить» – это ленацех. Ленацех. Ясненько. Я надеюсь, тебе не очень скучно меня выносить. Не, нормально. Ты же видишь, что я, конечно, не твоего уровня игрок. Ну, я и сам в шестую цилу не особо. Да я еще и в пятую уже не особо. Не, ну в пятую у тебя очень большой объем знаний есть, конечно, поэтому ты... Шестая просто очень... Она такая односторонняя. Она намного проще. Конюшня, конечно, дает опыт кавалерии, но тратить на нее сейчас производство нет смысла. Давайте сразу рыцарей просто клепать. Спасибо большое.
Я вот думаю, что, то есть так-то он давал всем плюс 5, но этот корпус сейчас будет вообще там все вокруг ваншотить, его очень будет хреново убить. Ну, то есть вообще практически невозможно. Поэтому я думаю, что правильнее в корпус сформировать на данный момент. Корпус рыцарей. Жестоко. Да, ну арбалет он все равно не убивает. А я думал, убьет с одного удара. Надо было генерала оставлять все-таки. Так, а что у нас тут? С одной башни 4 хода. Я просто не хочу уже с рыцаря переключать. Тут жалко, у меня дороги нету. Это мне мешает. Ну, прилично вообще так долбает. Ну, зато веришь. Не, наверное, вот этими силами не берется пока город. К сожалению. То, что мне тут дороги нету, меня очень сдерживает.
In democracy, it's your vote. Почему-то странно, я когда обстреливаю с города, навожу на твои юниты, и он мне не показывает, где он дает больше урона. Не очень понял, о чем ты. Ну, когда город обстреливает юнит, он же должен, по идее, показывать, где ты нанесешь какой урон, правильно? По-моему, он одинаково наносит урон как-то в шестой циве. Там как-то... Ну, вообще, вот урон из города, он не самый такой. То есть арбалеты, по-моему, круче стреляют, чем город. If you see a castle under fog, if you see a castle under fog. Потихоньку. Юнит готов к повышению рыцаря и перебрасывать на рабочего. Нормально? А, боже ты мой. Как вот они задолбали, вот честно. Надо дуэли вообще без варваров играть, потому что получается игра скорее не против соперника, а против варваров. Такое ощущение. Еще забываю менять карточки. Да ладно, еще выжил. А, нет.
Как у тебя с довольством? Нормально. Те ГГшки, наверное, из ГГшки помогают тебе. У меня в порту Алегри минус 6. Грустно это слышать. Надо бы тебе верить. То есть грусти в моей в моем голосе ты не поверил? Да, интонация не подтвердила нотки грусти. Вот реально, тупо варвары больше мешают, чем соперник. Ну, тут надо дожимать просто. Ну, давай там уже заканчивай ход. Что ты там с двумя городами делаешь? А, это... О, это Миша, я буду... Я уснул, да, я тут... Я 3 года попрошу. Что говоришь? У меня 3 города. А, только на этот ход это вспомнил, да? Да блин. Я думаю, следующим ходом ГГ будет. Значит, чему быть, тому не видно. Хочу надеяться, потому что меня уже в тылу варвары просто достали. Они там меня всячески в разных позах просто уже. Уже все мне караваны пограбили, все пограбили. Алексей, спасибо тебе за игру. И тебе спасибо за игру. Ну, тут просто 6-я цифра про то, чтобы побольше городов поставить. То есть в то время, как, например, ты 2 городами, тебе приходилось просто всегда армию строить, и все. Я, поставив больше городов, я могу в одних городах строить армию, а в других уже там караваны, какое-то развитие. И, собственно, поэтому... Ну и плюс... Здесь количество жителей намного больше влияет на науку и культуру, чем в той же 5-й ЦИ. Получается, чем больше городов, тем больше у тебя науки. А здания там, те же районы и здания намного меньше дадут науки, чем сами жители. Вот и все. Я, ну, может быть, если бы соперник был сильнее, какой-нибудь бы...
как-то по-другому сыграл, но я не думаю, что в шестой циве можно как-то играть по-другому. Здесь тупо ставишь сначала во всадников, потом в арбалеты, потом в рыцари, потом в кавалерию, и тут нету особо вариантов других. И спрашивается, в чем тогда разница в стратегиях? В чем тогда, ну, то есть, если в пятой циве ты, там, знаешь, кто-то может пойти в арбалет, а ты можешь попробовать в это время, там, наукой закрыть там какие-нибудь точки нападения на тебя и по-другому сыграть. То есть, есть больше вариантов. Кто-то может в честь пойти, а кто-то там, в волю, предположим. Есть разные варианты игры. То есть, здесь просто, ну, довольно одна прямолинейная линия. И разница только в том, у кого это развитие чуть получше будет. Ну, так как я, видимо, получше немножко понимаю игру, поэтому я и выиграл. Но путь-то к этой победе все равно с тобой одинаковый был. Здесь есть разница в том, как города ставить там где. Но все равно, опять же, тебе надо желательно как можно больше городов поставить. Все равно. У тебя нет никаких штрафов за количество городов. Единственный штраф это увеличивается стоимость самого поселенца, но все равно выгодно их ставить. Если у тебя есть возможность, там можешь отбиваться, то лучше города ставить. Ну и вот за счет этого я, собственно, и победил, так как поставил больше городов. Появилась религиозная победа, да, и убрали дипломатическую победу, но при этом религиозная победа, она просто нереальна, вот по-хорошему. Она реальна только против компьютера, и то не на самом высоком уровне сложности. Потому что на высоком уровне сложности они там спамят этих миссионеров, ты не можешь их перебить. Против человека, человек тебе просто будет объявлять войну и все убивать. И получается, единственный путь – это идти по нижней ветке, пытаться кого-то захватить и побольше городов поставить. Не получилось, тогда улетать наукой. Все. И вот, ну, как-то оно туповато, по-моему. Естественно, кто лучше играет, тот это сделает лучше, кто хуже, ну, хуже, но так как вариант один единственный, то как-то оно неприкольно, по-моему. Желание именно на 100% победить, как, допустим, я смотрю того же Сириуса или Слайер, как они там ругались в одном сериале, просто там друг друга грызли, понимаешь, эту победу, там Слайер на Сириуса, Сириус на Слайер, это было ужасно, понимаешь, я думаю, ну, люди, господи, это всего-навсего игра, это всего-навсего игра. Я те могу объяснить. Я, как ни странно, вот ответ на вопрос, почему вот такие споры происходят, внезапно нашел в лекции. Есть такой Кураев, не знаю, знаешь ты, нет, дьяк такой православный с бородочкой. Ну, немножко странный чувак, честно говоря, но я просто наткнулся на то, почему шахматы считаются бесовской игрой. То есть вот православная церковь, я не уверен по поводу христианской церкви, но православная считает шахматы бесовской игрой. И это можно экстраполировать на Циву, например. Потому что в отличие от всех остальных спортивных состязаний, ну, например, в беге, да, вот мы с тобой будем в беге соревноваться, и ты мне проиграешь в беге. И ты подумаешь, ну, господи, ну, чувак быстрее меня бегает, он лучше тренируется, ну и фиг с ним. А в шахматах-то это битва интеллектов, и здесь получается, ты проигрываешь, значит, ты тупее. То есть, ну, это утрировано очень, но вот получается вот такой исход. И людей это очень сильно, действительно, так как в ЦИВ в любом случае играют, ну, умные люди, по-моему, там тупому делать нечего. И их вот задевает такая вероятность проигрыша. Собственно, как и из шахмат это все идет. И похоже, вот именно поэтому идут такие вот интеллектуальные, ну, споры, не интеллектуальные споры, а просто, ну, срачи, давай лучше так назовем это. Вот мне кажется, именно исходя из этого, ты с кем-то соревнуешься в беге, тебя чувак обогнал, ну, ты понимаешь, что он просто лучше тебя бегает. А вот признать, что он лучше тебя думает, это совершенно другое. Это уже... Это намного сильнее задевает. Хотя в моем представлении, честно говоря, что шахматы, что цива, но все равно, это все равно варианты... Чем больше ты ими занимаешься, тем ты все равно будешь лучше играть. Я вот не могу, например, постоянно тупо играть в циву, чтобы
лучше всех играть в Циву. Ну, не мое. Мое это вот, знаешь, видео делать, рассказывать. А когда люди действительно к ним так серьезно относятся, то начинаются такие вот споры, проблемы. Ну и тем более, что еще игра позволяет немножко победить хитрожопостью скорее, чем умением. Да. То есть, ну, это своего рода некоторые, как это сказать, частичка от покера, от мафии, вот от этих игр, где блефовать надо. Там тоже такое есть. Ну и как на это обижаться? Еще очень много людей играет просто ради самого процесса игры. Это здорово. А очень плохо, когда появляется человек, который ради победы там готов на все, а потом, когда он видит, что он победить не может, он там ливает, уходит из игры. Вот это не очень прикольно. Так что можно обсуждать. Ладно, все. Что-то разговорился я. И тебе тоже все. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.